Для отдельных категорий граждан в парке Раздолье предусмотрены меры поддержки. При предъявлении соответствующих документов, подтверждающих льготный социальный статус, можно получить ряд скидок в павильоне мастер-классов, а также на прокат коньков и тюбингов, продукцию общепита в ярмарочных домиках. Для многодетных семей предусмотрена скидка на продукцию кафе. Кроме того, администрация парка ввела систему бесплатных дней для проката тюбингов и коньков. Напомним, парк Раздолье является центральной точкой регионального проекта «Зима в Подмосковье».